Сцены исторических событий сменяются картинами, скульптурами, лица политических деятелей следуют за портретами художников, строительство Эрмитажа, большой пожар, восстановление – все это под музыку классических и современных композиторов. Главная цель, предусмотренная сценарием, проследить параллели между событиями русской истории и произведениями искусства, хранящимися в коллекции Эрмитажа. Очень важно было, конечно, соблюсти историческую достоверность какую-то. С одной стороны, не уйти от художественности, с другой стороны, не совершать каких-то ошибок исторических, чтобы как бы, мы максимально верно с точки зрения истории рассказали об этом. Архитектор Растрелли, задумывая этот фасад, наверняка не мог предположить, что когда-нибудь его захотят превратить в гигантский кран. Для этого устроители шоу привлекли французскую компанию с большим опытом организации световых представлений. Были трудности из-за изогнутой формы здания, поэтому мы превратили фасад в 3D-модель, чтобы на ней отработать технологию демонстрации изображений. К 250-летию музея в нем открыли новые залы и собрали тематические выставки. Мероприятия, посвященные юбилею Эрмитажа, продлятся до 9 декабря.